Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина приняла участие в ежегодной акции «Елка желаний». Благотворительное мероприятие прошло в общественной приемной Одинцовского отделения «Единой России» на Можайском шоссе. Парламентарий сняла с елки, установленной в офисе, праздничную открытку с пожеланием девочки, проживающей в Одинцове. Всероссийская акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Она проходит в нашей стране уже в пятый раз, и с каждым годом все больше неравнодушных людей принимают участие в ней.